Моторадио представляет Blues and Jeans. Одежда и аксессуары. Магазин Blues and Jeans представляет. И снова я на Авиационной улице в доме 28, в магазине Blues and Jeans. И приветствую Андрея Медведева. Андрей, привет. Привет, Саш. Вот я смотрю на тебя. Ты вроде как здесь продаешь джинсы. Ты весь в окружении джинсов, но на тебе какие-то другие брюки вот с карманами по бокам. Что это за модель? Расскажи мне об этом. Ну, это брюки так называемые карго. Я почему их ношу сам, потому что в них огромные боковые карманы на бедрах. Они используются как разгрузка, не нужно носить никакую барсетку, которых вот я, например, терпеть не могу. Ключи, там, бумажник, телефон, все это помещается в карманах. За счет этого они очень удобные. Они из 100% хлопка, крепкие, ну и вообще стильный такой стиль милитари у этих штанов, он сейчас довольно популярен, да не только сейчас, он всегда популярен. И, соответственно, у нас огромный ассортимент этих брюк, карго, повторюсь, называются, разных фирм. А карго — это именно вот сама модель так называется, ну, да? Карго — это разгрузка, то есть вот имеется в виду вот эти разгрузочные карманы, в которые можно носить там от инструмента, там гаечные ключи, плоскогубцы, до фляжки с виски, бутерброда запасного и всего остального. То есть, в принципе, я смотрю, они действительно напоминают такую рабочую одежду, униформу какую-то, да? Ну, изначально и сейчас много линеек довольно дорогостоящих в тех же Штатах, которые выпускают для рабочих одежду, но в итоге эта одежда стала культовой, там, не знаю, как те же ботинки Red Wings, которые носят там все рок-музыканты, а изначально обувь это делалась для просто рабочих, для шахтеров. Также и брюки карго. Вот. Сейчас они настолько популярны, что без них себя уважающим магазин трудно представить. И у нас их действительно очень много, разных. И Wrangler, и Levi's, и Abercrombie в разных цветах. То есть есть и брюки, есть и шорты такие же с разгрузочными карманами этими. Но я думаю, что все их видели миллионы раз и на улицах, и в фильмах, и везде. Ну вот я смотрю на них, насколько они вообще практичны. Ну, я понимаю, что да, наверное, может быть, на дачу в них хорошо съездить. Но как-то вот из рабочей одежды, как ты сказала, они уже вышли. То есть вместо гаечного ключа там теперь, наверное, в этом кармане в огромном лежит айфон какой-нибудь или планшет. Наверное, даже сюда поместится. А вообще в приличное место куда-то в них можно пойти, как думаешь? На самом деле времена поменялись, и то, в чем раньше нельзя было выйти просто на улицу, там, да, на какой-то проспект. Сейчас люди в этой одежде ходят и в театры, и в рестораны. Ну, конечно, в Мариинске я не порекомендую одевать карго, потому что, наверное, это чересчур. Но, разумеется, это одежда, которую можно носить везде, потому что она удобная. И, опять же, сейчас нету никаких в мире моды ограничений. То есть джинсы носят с пиджаками, с ботинками броди, с галстуками. Это видно на телевидении и у артистов, и у чиновников, и в правительстве везде. Джинсы, пиджак, рубашка. Стиль одежды настолько перемешался, что сейчас возможно и разрешено все. Я помню, когда-то что-то похожее мы шили из плащевки во времена моей глубокой юности. И у меня были такие вот похожие в чем-то, наверное, женские брюки. А для женщин есть модели карго какие-то? Женские модели карго, если честно, есть, но их в десятки раз меньше, чем мужских, потому что все-таки это такой мужской стиль. Но хотя стиль милитари у нас и в женском ассортименте присутствует, но больше, скорее, наверное, это касается футболок и курток. Что касается, опять же, курток, у нас представлено несколько американских брендов, такие как Shot, Alpha, Top Gun, Cockpit. Это легендарные фирмы, которые шьют кожаные пилоты, которые, начиная со Второй мировой войны, ну, раньше носили летчики, сейчас их носят, конечно, буквально все, кому позволяют финансы, потому что, в общем-то, они не дешевые. Но, опять же, это американская легенда, и пилот покупается там на 10-20 лет вечная кожаная куртка. Все-таки вот завершая рассказ о брюках карго, как я поняла, они действительно бывают более тонкие, более актуальные для лета и, наверное, более плотные для холодного времени года, да? Да, у нас есть в ассортименте и летние тоненькие совсем, там на плюс 25-30, и плотные, толстенные, которые можно носить зимой.
И последний вопрос. Как их правильно носить? С какой обувью и с каким верхом? Опять же, никаких ограничений нет. Можно носить с кроссовками, можно носить с ботинками Timberland, которые тоже у нас представлены. Можно носить с топсайдером. У нас огромный ассортимент фирмы Sperry. Это вот родоначальники топсайдера. Раньше это была чисто яхтенная обувь. Сейчас это, ну, наверное, бестселлер по летней обуви, скажем, топсайдер. Соответственно, с чем угодно. Карго с чем угодно. Спасибо. Андрей Медведев рассказал нам сегодня об ассортименте магазина Blues & Jeans на Авиационной улице 28. Кстати, как вы работаете? Работаем каждый день с 11 до 8, а в воскресенье с 12 до 5. Спасибо и до встречи в эфире. Саша, пока. Не забудьте сказать, что вы слушаете Моторадио, и вам гарантируется скидка. Blues & Jeans. Одежда и аксессуары. Лучшие американские и английские бренды, настоящий блюз и неформальная обстановка. Все это вы найдете в нашем магазине Blues & Jeans. Метро Московская, улица Авиационная, дом 28.